Девочки, всем добрый день. Как и обещала, сейчас вам запишу видео по данному порошку. Возьму вот такой стаканчик. Покажу, кстати, примерно сколько на стирку нужно наливать, потому что он очень пенится. То есть данный моющий прям очень много пенки от него. Самое главное это не перелить. Вот, где-то наливаем, ну где-то примерно у меня выходит грамм 80 миллилитров, грамм говорю. Вот. Сейчас вам покажу, насколько он густой. Надеюсь, по видео будет видно. Сейчас вот так вот налью в стаканчик. Как раз сейчас буду стирку запускать. Вот. То есть, вот он. Сейчас возьму телефон, чтобы вам показать проще, да, было. Сейчас. Вот. Поэтому всем рекомендую, что персил, что ариэль по консистенции одинаковые. То есть они очень густые. Заказывайте, не бойтесь. Знаю, как бы, какие продаются в магазинах. В магазинах, так сказать, они пожиже. То есть нет такой густоты. Вот.